leader gave four different philosophy view, not to confuse people. А теперь для чего Будда передал четыре философских буддийских воззрения, не для того, чтобы запутать людей? Понятно? Okay. Yes, not that. People enough confused. Why Buddha gave four different philosophy make more confused? Люди достаточно пребывают в таком запутанном состоянии, заблуждений. Зачем же передавать им четыре философских воззрения, чтобы создать еще больше запутанности? Yes, not that. So when Buddha gave teaching, there is so many different level of people, so many different disposition. Когда Будда передавал учение, среди его учеников было множество людей различного уровня и с различными склонностями. Okay. So that's where those who are ready for lower philosophy view, then first give lower philosophy view. Поэтому те, кто среди учеников был готов к получению низшего философского воззрения, для них Будда в первую очередь передал низшее философское воззрение. Yeah, okay. So first with the doctrine at the beginning, teach as a is truly existent. Первый поворот колеса учения, в нем излагается такое учение, как будто бы существует самобытие. Да, is truly existent. То есть самобытие есть, истинное существование есть. Yeah, is, yes. If this is, there's no any truly existent,